Практическая стрельба – это разновидность стрелкового спорта, в котором отрабатывается применение огнестрельного оружия в различных ситуациях. Для поражения мишени спортсмены используют пистолет, ружье и карабин. Разнообразие упражнений – главное отличие практической стрельбы от других видов стрелкового спорта. Организаторы соревнований остановили свой выбор на пистолете серийном и классическом. Последний отличается однорядностью магазина. Для участников подготовили 4 упражнения с их использованием. 2 упражнения у нас будут короткие. Первое упражнение будет составлять все 5 выстрелов, второе упражнение 6 выстрелов и третье, четвертое упражнение по 15 выстрелов. Внимание! Стрелки показывали навыки точной и скоростной стрельбы в любых жизненных ситуациях. Организаторы имитировали их с помощью инвентаря и расстановки мишеней. Сергей Наумов провел серию поражающих выстрелов за самое короткое время. 5,5 секунд и точное попадание по целям. Пенсионер прошел горячие точки, там и научился управлять эмоциями. Надо руководствоваться в первую очередь принципом задача попасть, а не эмоциями, что на меня смотрит столько народу, как бы мне не промазать. Когда человек, стрелок, на огневом рубеже начинает этим загружаться, естественно, дополнительный эмоциональный стресс он уже хорошо не выполнит. Надо уметь отключиться и только выполнять поставленную задачу стрелковую. Второй результат на этом упражнении показал Александр Коновенков, самый юный участник соревнований. С мальчиком индивидуально занимается папа. Но Саше не повезло при выполнении следующего задания. По регламенту спортсмен стрелял по мишеням с 2 точек. Первая серия выстрелов Саше далась легко, а после перебежки он не сумел попасть в цель. В этом упражнении сложность в том, что переносить стрельбу неудобно. Ты сначала переходишь, нужно сосредоточиться, остановиться, успокоиться, только тогда. Но я не успел. После выполнения всех упражнений самым метким по работе с классическим пистолетом судьи признали Юрия Черепенина. Серебро у Кирилла Комарова и бронзовый призер Виталий Чудинов. В классе серийного пистолета первым стал Федор Напольский. Следом за ним Сергей Наумов. И третье место у Сергея Андрющака. В эти выходные сборная уссурийска по практической стрельбе отправится в Находку на краевые соревнования.